Жароический монастырский забег – один из 18 массовых мероприятий, которые Федерация легкой атлетики страны запланировала провести в этом году в областных и районных центрах. Святое место, прекрасная погода, дух соперничества и дух единства – это слагаемое праздника. Перед стартом по дистанции 3 километра из собора вышел крестный ход во главе с архиепископом Гурием благословлять участников на доброе дело. На старт 3-километровой дистанции вышло около 4000 бегунов разных возрастов. Первыми стартовали спортсмены на дистанции 15 километров. Их 107 человек, старшему за 70 лет. 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Среди фаворитов стартовали участники Олимпийских игр и других международных соревнований. Еще более знаменитые организаторы пробега. Его инициатор – наш земляк, призер Олимпийских игр Иван Тихон, олимпийская чемпионка в беге на 100 метров Юлия Нестеренко. Юлия провела разминку участников 3-километрового забега. У нас есть лидер, который пробежал уже 5 километров. Это Сущенин Андрей, номер 105. Вот будем следить за ним. Андрей пробежал 5 километров за 16 минут 17 секунд. Второй у нас
Платонов Сергей, номер 111. Браво, браво, ребята! Вы справились! Каждого участника нашего сегодняшнего соревнования ждет. Молодцы! Молодцы! Валерий Иванович, молодец! Показывает пример всем спортсменам Слонимского района. Алексей Мурат, и мы с вами закончим, завершим, переступим эту финишную черту. Вот как все пробегут, тогда и мы пробежим на время. Давайте аплодисментами, аплодисментами будем поддерживать каждого участника. Ведь поддержка зрителей так необходима. У нас финишируют представители КСУП имени Дзержинского. Финишируют Слонимский Альбертин. Мясокомбинат, комбольно-пряжная фабрика. Молодцы! Видим мы всех представителей. Отдел культуры финиширует под аплодисменты. Браво, Галина Васильевна! Браво, Наталья Константиновна! А вот и в костюме финиширует девушка. Поздравим ее аплодисментами. Поддержим, поддержим! Говорим мы друг другу. Поддерживаем участников аплодисментами. Каждый из них герой. Каждый из них превозмог свои силы. На финише отметились представители Слонимского водоканала, СПК «Сельховщина», Слонимская комбольно-прядельная фабрика, СКВЗ «Альбертин». Молодцы! Не устаю я говорить вам в этот день. Как настроение? Отлично! Тяжело было? Нормально. Местами тяжело, местами легко. Первый раз бежите или нет? Да, первый раз. А вообще спортом увлекаетесь? Не особо. А с этого момента будем? Думаю, да, мне понравилось. Как впечатление? Отлично, классно. Тяжело было? Легко. Нормально. Первый раз бежите? Да. Очень круто. Отлично. Все было. Тяжело? Это очень легко, прибежала одна из самых. Настроение получили кайфовое. Здорово, так все здорово. Я с внуками. Тяжело было? Нет. Нет. Ну они меня опередили. Ну что, тяжело было? Да. Тяжело? Да. Теперь будешь заниматься спортом? Супер. Тяжело было? Нормально. Поддержим, поддержим. Давайте поддержим, конечно же. С финишного створа уйдите, пожалуйста. Итак, номер 105, первый. Номер 111, первый. Напоминаю, что эти два участника были первыми и на дистанции, которые отметились на 5 километрах. Именно номер 105 и 111. Борьба, жаркая борьба за третье место. И номер до последнего, 114 и 113, номер 4. Итак, Сущеня Андрей является победителем нашего монастырского забега. Мужчины, поддержите! Есть мужчины в Слониме! Оля, не могай! Поздравляем! Ура! Ура! Первая женщина, которая финишировала. Первая красавица наша с улыбкой. Как впечатление? Красиво! Извиняйся. Я бы даже сказал, эстетично. Она пробежала эту дистанцию.
Из трех. Поздравляю. 245 последний. Часто. Как можно поздравить? Как впечатление? А потом как впечатление? Супер, всем привет. На местном стадионе гостей ждала еще спортивно-культурная программа. Было чем и пополнить потраченные калории.